Хей, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Last. Я не знаю, чем связано, у меня, короче, после заканчивания записи игра немножко вылетает. Ну, в плане того, она не вылетает. Но она вылетает. Я, по идее, должен ходить просто бегать с камерой, но так, как бы, картинка покруче. Чего? Эта дверь открывается, если снять наушники. Ну, не наушники, а... Ну, вы поняли. Начинается. А где он хотя бы? Нет, типа, могу пробежать на спидране, но... Мне хотя бы увидеть, где он. Музыка говорит рядом. Стрёмная скрипка. Это как будто он здесь вот стоит передо мной. Но я под столом. Жалко, что здесь стелс довольно кривой, ну именно в плане... Кривой? То, что стелс здесь кривой. Привет. Каннибал, ты ж не против, я добавлю тебя из прошлой серии? Так, по идее он должен был меня увидеть, но он не знает то, что я под кроватью. Но он тут, он рядом, он топает. Подожди, я ищу ключи.
привет. Мне нужно тоже. Что хочешь? Что? Не бойся. Мне пугает то, что он просто за мной идет. Ну, по факту я могу все равно вернуться обратно. Если есть там, если там есть документы. Его по факту все равно здесь уже не будет. О, да, тут были документы. Так, документы. Выбор половой принадлежности в лечебнице Mount Massive. Дело, да-да-да. Форм виси. Ниже следующий материал следует преобразовать в соответствующее с формой 4083. С судебным перестроем в виде компенсации продолжающей судебного процесса. Автор Энтон Срискандарая. Заметки. Это ходатайство представляет собой обращение за конкретной юридической консультацией по продолжению судебного процесса Мелиссы Чо против благотворительного психологической программы Мерков США. Первоначально поданному в 2010 году на момент остановки миссис Чо психосоматические эффекты двигателя Меркера конденсирования на работнице женского пола хуже были хорошо известны. Уже более 7 работниц и пациентов были убеждены, что они беременны. Они сделали аборты за несколько недель до выкидыша несуществующего ребенка. 5 абортов с смертельным исходом. Женский персонал перевели на верхние этажи, затем в другие здания. И в конце концов полностью убрали... Так. Убрали из лечебницы Mount Massive. Высокий уровень секретности проекта Valerie Dare повлек за собой перераспределение и увольнение, что в результате вызвало ощущение несправедливости у нескольких отстраненных сторон. Мишчу удалось получить постановление суда, позволяющее ей заполучить документы с подробностями об увольнении. В целях обеспечения удовлетворения информации эти документы должны быть обработаны и подписаны задним числом, не ставая под угрозой секретность проекта. Ждем дальнейшего указания. Этан Скрендарлерла. Тут должна быть батарейка, но ее тут нет. Заметьте, что некоторые эти все равно поисчезали. Челики. Ладно. Джорман Делларе. Давайте все равно я посмотрю, что здесь есть.
Ну да, походу здесь больше ничего нету, ну тогда полетели. Фу, ну мое сердечко немного успокоилось, и можем продолжать. Окейшки. В чем подвох? Так, хорошо, здесь можно спрятаться вообще просто в углу. Я вообще не знаю, как враги меня замечают, когда я спрятался полностью в углу. Здесь можно спрятаться. В принципе, мне кажется, если я даже обойду это дело, я появлюсь с той стороны, вот там. Я выйду сюда, и отсюда двери все равно откроются, за мной побегут. То, что нужно будет быть готовым, и вероятность того, что мне схватит этот челик, что там. Подвох. О. Подожди, то есть тот мужик сгорел, может, с него что дадут? Ну, так можно пойти спрятаться или нет? Я понимаю то, что если я сейчас что-то сделаю, на меня нападут и мне придется бежать, хотя эта дверь тоже открывается. Почему он не сгорает? Не страшно, не страшно, мне не страшно. Не страшно. Оставайся там. И готовь. Где я могу проиграть, да, и... Да, я мог бы проиграть и просто быть готовеньким. Здесь сейчас одно из двух. Так, сюда можно пройти. По факту здесь ничего нету. По факту. По факту так оно и есть. Тут, скорее всего, должна быть батарейка, которой нет. Да, тут даже документов нет, ничего нету. Туда можно на самом деле просто забежать, так, за дверь встать сюда где-то в угол. И чтобы меня не нашли. Но они все равно дыхают с одинаковой скоростью, что и я. Ау. Серьезно? Ух. Я сейчас микрофон дернул. Буду надеяться, что нормально, нормально. Разверни, пожалуйста. Фух. Игра развернулась. Ну, я, в принципе,
принципе, туда и собирался лезть сейчас. Как-то тут пыльновато. Скажи, сейчас бы морг был бы не пыльным. Ну вот просто частички пыли летают. Это логично, что я сюда пойду. Но с другой стороны, хочу посмотреть, что здесь. Так, надо поменять. А, нет, документы есть. Положи. Боги и семья. Выдержка из записи доктора Брюса Ньюхенса. Что так малого? Отец Кларк. Не стану лгать священному служителю, но позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я сделал все возможное, чтобы повысить безопасность рабочих условий. И я, остальные сотрудники, по достоинству ценят все, что вы делаете для наших пациентов. И если вы чувствуете, что от кого-то исходит угроза, просто дайте нам знать, и мы либо повысим фармакологические органические активности, либо назначим люботомию или какую-нибудь похожую усмирительную процедуру. Не стоит недооценивать вклад ваших проповедений для наших пациентов, особенно учитывая глубину и неизбежную хаотичную природу. Гипнотерапию наших пациентов нужна опора в виде бога и семьи. Не все из наших несчастных имеют семью, на которых они могут положиться. Так что этот груз и признание ложится на вас. Мы все полагаем мы на вашу веру и тяжелый труд. Не проверено, доктор Хьюстон. Та-та-та-ра-там. Ну да, это вот этот, типа, отец. А, скажите, везде есть выход, однако мы не можем им воспользоваться. Наверх, наверх, наверх. Но нам, по сути, на самый верх, в трубы. Ну что, мы выберемся отсюда, на улицу? Тут есть и выход. Здание, нихера себе. Прикольно. Типа, это не открывать, я мог... А, тут кто-то жил. Жалко, что тут выбраться нельзя. Ну ладно. Я тут батарейку видел.
Я видел батарейку, мне все равно. Я иду брать батарейки. Ровно то, что призрака только можно увидеть, когда ты светишь. Это херово. По идее, здесь можно с ним разминуться, он может меня один раз ударить, я мог пробежать. Типа, почему мне не так... Блять, надо оттуда вылезет. У, нифига там локация. Что они пытаются открыть? Так, сюда можно прибежать, спрятаться, и отсвет, типа... Почему я не могу это разбить, тут пролезть? Типа... Хотя... Ты вообще сказал, что это разбивается, да? Какого? Привет, скелет. Все. Так, сохранился, значит, безопасно. Если он убьет, то и будет не страшно. Понимаете, после того, как ты убежал, можно вернуться заново и посмотреть, где что. Монах меня напугал этот скелетик. А, тут видно. Ну, типа, по факту, как он меня вообще увидел там? Типа, он зашел, подрубил свою пилу. Я как бы спрятался в углу, то есть мне вообще было, должно быть, не видно. А он меня как-то увидел. Ну ладно. Come on. Так, газы. Нам туда, что здесь? Туалет. Короче, когда же какая-то чертовщина происходит, надо это записывать. Через G самое... А, G только записки. Хе-хе. Ладно. Будем через Tab заметки смотреть. Различные эффекты. Лиза, или тот, кто найдет это, знаете, что в Мерков создают монстров. Я больше не видел прежних пациентов после сеанса этой немецкой так называемой терапии. Морфогенические конденсирования намного хуже, чем я могу себе представить. Может, они все еще оставляли людьми, но что-то из них вырвали и напичкали много чего другого. Не все были убийцами, они были больны, но не были убийцами. Мерков сделал из них монстров. Доктор Розат сказал, что конденсирование имело различные эффекты. Результаты были слишком непредсказуемы, чтобы... делать какие-либо прогнозы. Я принимал
конечные рассказы Рауля как пустую болтовню за чашкой кофе. Нужно было слушать его. Да, классно. Чем подъем? С левой стороны? Где проход? О, дым. Класс. Ну, батарейка. Ты там живой? Так, ладно. 29, 26. Запомните, где мало проходов, там ничего нету. Если вместе до хера прохода, значит это плохо. Так. Мои известные экологические аспекты человечества. Выписка из 1957 и комментарии по поводу ИГИ доклада. Операция ТСД. 7. Влияние на человеческое поведение. И. Потенциальное применение психологических препаратов в операциях. Политический характер широко известного. Хотя это не было изучено так тщательно, как можно было этого ожидать. Отдел по химическим исследованиям включает это в качестве цели своей программы, чтобы быть готовым к оказанию поддержки или сделать возможно осуществление таких операций. А методы достижения успеха без химического вмешательства в политические операции также включены в программу. На заметку. ДЖ Лоурелс определяла. Не упоминается выписка МК Ультра, адресованная отделу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследований изучения доктора Рудольфа Вернике, ассоциация 14866 и проект Вальридер. Вскрытие и извлечение объектов в исследовании показало химический состав тела, металлические бластомы, свидетельство подкожного окисления, который указывает на тяжелую психическую дозировку. Смотрите применение 92, бла-бла-бла. Окей, скоро мы серию закончим. Я тебя слушаю. Если пойдешь, давай я тебе эту дверь вот так перезакроем. Не хочешь пойти в нее постучаться? Так, 237 открыта. Ну стой, я же его могу заснять. Интересно, зачем он это делает? Может, чтобы не видеть ту херню, которую мы видели, когда это... Нам проводили эту херню? Смотрите, здесь уже бежать нужно будет. Вопрос только от кого и куда.
как здесь сделано. Давайте наверх, вентиляция. А, здесь она закрыта. И что, то есть хотите сказать, тут ничего нету? Странно. Так, давайте запоминать, куда мне бежать. Если что, в эту дверь. Там наверх. Хе. А что мы делаем? А где он хотя бы? Я не пойму, кого он режет вообще. Заметьте, если я сейчас дверь открою, он выскочит. А нет. Я вообще не понял, где он был? И куда, откуда он бежал? Тут тоже можно спрятаться. Подожди, отсюда он только оттуда может пробежать. Ладно, оттуда он не пробежит. Сюда тоже. Отсюда он может выбежать легко. Вот я знал. Что-то оттуда может выбежать, я знал. Ну, тогда у нас что выходит? Выход там. Там просто псих. И нам идти сюда. Мне хотя бы до сейва дойти. Фу, блядь. Ты ебанутый. Да хорошо, хорошо. Где тут выключить газ?
Круто. Можешь газ мне помочь выключить? По идее, по заданию мне нужно... круто. Так, если что, сюда спрятаться. Так тут нету выхода, алло. Ты что, упустил? Так, алло, тут эти нету. А где выключить? Тут кнопки нету. Вот отсюда он может выйти, блять, ее разрезать нахуй, да и все. Так, ладно, игра, в принципе, сохранилась, ребят. Давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.